при общении с мужчинами принимайте их такими, какие они есть, а не такими, какими вы хотели бы их видеть. Мужчины говорят о своих чувствах, даже если вы отказываетесь слушать или не верите их признаниям. «Я не готов к серьезным отношениям», значит, «я не готов к серьезным отношениям с тобой», или «я не уверен, что ты именно та женщина, которая мне нужна». Люди постоянно говорят о том, какие они на самом деле. Если мужчина говорит вам, что моногамия не для него, то нет причин ему не верить. Помните, если вы являетесь причиной его отказа от какой-либо вредной привычки, вы также будете причиной его возвращения к ней. Во взаимоотношениях с мужчинами вы гораздо теснее связаны со своей мечтой о том, как все могло бы сложиться, чем с реальной ситуацией. Если вы ему нравитесь, он будет помнить о вас даже после цунами, наводнения или поражения Red Sox в очередном матче. Ни один из мужчин, которым вы не нравитесь, никогда и ни за что не скажет вам об этом. А скажет он, что он боится, переживает, изнывает от усталости, испытывает боль от перелома ноги, мучается от простуды, боится.